Не было у них деток. А что, меня плохо слышно, что ли? Меня хорошо слышно, не надо. Ну, купили они себе на базаре. И не знаю, чем это Иванушку наградить, чем его накормить, во что его нарядить. Подходит воскресенье, запряг отец лошадку, поехали они на базар, ну и Иванушку с собой взяли. Покуда в магазин сходили, Иванушка потерялся. Ну, огорчились родители, поехали домой. А Иванушка ж потерялся, стоит плача. Видя летять гуси, белые гуси, он им и поет. Мои гусюшки, мои белые, возьмите меня на крылышки, понесите меня к отцу, к матери. Белые гуси ему отвечают: нет, там серые летят, братья серые. Но Иванушка постоял, подождал, вот и серые летят, он и им поет. Мои гусюшки, мои серые, возьмите меня на крылышки, понесите меня к отцу, к матери. Серые гуси опустились, крылышки распластали, Иванушка сел, ну и полетели они домой. Прилетели домой, опустились на двор. Иванушка заходит в сени, а родители делят подарки уже между собою. Это тебе, а это мне. Это тебе, а это мне. А Иванушка таким тоненьким голосочком: а мне. Им слышится непонятно, они: брысь отсюда. И опять: это тебе, это мне, это тебе. Третий раз запричитал Иванушка. Они открыли дверь, увидели, что это Иванушка, и все, отдали Иванушке. И стали жить-поживать, и добра наживать. Вот и сказки конец. А кто слушал, тот пришел на концерт, посвященный 120-летию училища имени Гнесиных, Юрий Колесник приглашает.